На сегодняшний день завод «Бонум» занимает второе место по сбыту на территории Российской Федерации именно по прицепам цистерн для наливных грузов стальных. Вот, мы имеем порядка 23% доли рынка. Качество по прицепам «Бонум» не вызывает никакого сомнения и высоко оценены экспертами, технологами университета ДГТУ и нашими клиентами непосредственно. С открытием новочеркасского филиала производительность завода «Бонум» увеличилась на 30%. Уже сейчас на этом заводе удается выпустить ежемесячно 20 единиц техники. На сегодняшний день завод «Бонум» производит порядка 75 единиц полуприцепов в месяц различных назначений, как для наливных грузов, так и для сельскохозяйственных. Это бортовые прицепы и прицепы для перевозки нефтепродуктов светлых, темных и сыпучих грузов. Совсем недавно на предприятии «Бонум» проходили практику студенты Донского государственного технического университета. Я работал в конструкторском отделе, трудился над созданием прицепной петли для данного зерновоза. Нас приняли к себе как не студентов, а отнеслись как к работникам. Во время прохождения практики студенты разрабатывали технологические процессы, разрабатывали карты потока, участвовали в создании конструкторской технологической документации. Наши студенты уже реально на заводе могут себя зарекомендовать, могут во время практик себя показать какие-то первоначальные навыки. Это дает возможность им развиваться в дальнейшем. Студенты смогли открыть в себе новые черты, узнать больше о профессии и в целом повысить свой уровень квалификации. Завод «Бонум» совсем недавно стал нашим партнером, но это партнерство, оно носит стратегический характер. Летом прошло одно из крупнейших мероприятий, проводимых ДГТУ. Это Агрофест. На нем студенты ДГТУ сотрудничали с многими компаниями, и я, в частности, сотрудничал с компанией «Бонум». Мы разрабатывали погрузчик для барж. Нам дали техническое условие, которым нужно было создать мобильный транспортер, а также, чтобы он был малогабаритным. На следующий год мы запланировали 50 мест на практику, и мы надеемся на увеличение этого количества мест, потому что мы получаем огромное количество заявок от студентов на прохождение практики на этом замечательном и прекрасном машиностроительном заводе.